Стой, кто ползет! Работаем без шума и пыли. Берем поезд. Вторая группа по машинам. Прикрывайте сзади. Агент Джефф, готовьте группу к десанту. Ориентировку получите на ходу. Вчера с нашего полигона был угнан состав с тремя ракетами класса «Земля-Земля». Джефф, те, которые мы испытывали пару дней назад... Да, именно. Кстати, девочки, всем привет от нашего конструктора. Люси, когда ты успела? Девочки, ничего личного. Я просто проведала его в госпитале, чтобы извиниться за несанкционированный запуск. Внимание, девочки! Ваша задача – перехватить и обезвредить. Прошу вас действовать быстро, чтобы завершить операцию без хаоса и жертв. В противном случае нас ждут большие неприятности. Первый прием. Вижу цель. Выше на исходную точку. Мы получили сообщение от террориста по кличке Шакал. Он требует в течение суток доставить ему Google долларов мелкими купюрами. Иначе он угрожает взорвать курорт на Южном море. По спутникам мы контролируем движение состава. Вам предстоит обезвредить банду головорезов. Мне докладывают, их там не более 20. Первый мой! И второй! Третий мой! Отлично сработано. Девочки, это старая железнодорожная ветка. Она в аварийном состоянии. Ура! Покатаемся на американских горках! Ура! Ура! Тогда вам лучше укрыться в танке. Он через две платформы от паровоза. По-моему, у нас неприятности. Давайте-ка я по ним шахну. Чуть крышу не снесло!
Впереди тупик! Мы должны остановить поезд! Как хорошо, когда не качает. Не говори. У меня уже морская болезнь началась. Отличная работа, но расслабляться будем потом. Новое задание, девочки. Только что мне сообщили из центра. Украдены последние разработки.